множество машин, характеров, карданов, желаний и шин. У многих трансмиссии гудят на пределе, так что зубы на звездах поедели. Это вездеходный фестиваль, победителю почет, поломавшихся жаль. Поправят ошибки, сделают выводы, чтобы не потрёп больше на дальних выездах. Дерзай, и толкай, самоучастие, это уже кайф. Не важно, что не победили, главное, что вы тут бились, что вы тут были. Тысяча глаз, крики вперед, энергия вокруг, напряжение прет. Болей за своих болей сильнее, круче, дальше, надежнее, всех быстрее. Это вездеходный фестиваль, победителю почет, поломавшихся жаль. Поправят ошибки, сделают выводы, чтобы не потрёп больше на дальних выездах. Дерзай, толкай, самоучастие, это уже кайф. Не важно, что не победили, главное, что вы тут бились, что вы тут были. Тысяча глаз, крики вперед, энергия вокруг, напряжение прет. Болей за своих, болей сильнее, круче, дальше, надежнее, всех быстрее. Это вездеходный фестиваль, победителю почет, поломавшихся жаль. Поправят ошибки, сделают выводы, чтобы не потрёп больше на дальних выездах. Дерзай, толкай, самоучастие, это уже кайф. Не важно, что не победили, главное, что вы тут бились, что вы тут были. Вездеходный фестиваль Торф, мы тут были. Год 2024, лучших экспедиций, дальних походов вам желает Герасим Юр вездеходов. Что, прям туда? Четвертый раз. Отважный кот не сдается никогда, никогда. Друзья, чей мальчик в синей футболке будущий чемпион? Возьмите, пожалуйста, его на поруки. Это мой. А, это твой! Самостоятельный прыжок с высоты 700 метров или прыжок в тандеме с инструктором с высоты 2500-3000 метров. Смотрите, отмылся, не узнать. Обходит, в лесах теряется волк. Местные ходят, без них не выходит прок. Все обыденно, клюква брусника, на рыбалку на сенокос. Мужики вездеходы. Организаторам фестиваля аплодисменты участникам фестиваля. И, наконец, аплодисменты всем, кто пришел поддержать всем зрителям. Награждаются и вызываются сюда победитель дисциплины «Водная канава» вездеход с номером 03 «Вольт». Приглашаем! Ла-л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 а
Молодцы, парни, хорошо постарались, подготовили технику. Ребята ездят по многим соревнованиям. Итак, следующая дисциплина. Лесной завал. И в ней победил вездеход под номером 23 под названием «Грач». Представьтесь, и из какого вы города? Город Москва. Михаил Владимир. Михаил и Владимир. Ну, вы довольно дерзко прошли эту трассу. Многие боялись даже на нее заезжать. Итак, подарки от наших спонсоров. Пожалуйста. И также сертификат от компании «О-Гриль». Следующим награждается за дисциплину «Торфяная траншея». Самая сложная дисциплина. Вездеход «Брюс», Нижний Новгород. Ура! Где же эти ребята? Кто же они такие? Привет! Из какого города, как зовут? Нижний Новгород, я уже сказал, как зовут. Илья меня зовут. Илья, итак, как думаешь, за какое время ты проехал? 14 секунд. 14 сентября, друзья, за 14 секунд этот человек преодолел торфяную траншею. Я не знаю, что там за колеса и вообще, а что у тебя за вездеход, расскажи нам. Вездеход «Переломка» на УИ-25 колес. Вот так вот, это было для понимающих. Ну что, мы тебя поздравляем. Есть подарочный сертификат от компании «О-Гриль». Следующая наша дисциплина – это лава вулкана. И как вы думаете, кто в ней победил? Кто-то, конечно, знает, кто внимательно следил. Вездеход под номером 29. Вездеход «Север». Приглашаем на эту сцену. Поздравляю. А ведь в том году этот человек забрал абсолютное первенство и забрал все призы и уехал отсюда прямо на мотоблоке от компании «Лифан». Это было здорово. Я видел, как это все загрузили на прицеп. Итак, поздравляем, дарим вам кубок и подарки от наших спонсоров. Подарочный сертификат от компании «О-Гриль». Последняя дисциплина, которая у нас осталась, это скоростная трасса. Казалось бы, скорость для вездеходов не так важна, но некоторые все-таки могут. И победил в ней вездеход под номером 111. Наш спонсор, вездеходы «Росомаха». Тот самый Денис Алкаш. Молодец, поздравляем. Профессионализм, как ты преодолел эти качели, это было нечто. У всех качели вниз падали, у него, мне кажется, почти он взлетел и ушел сразу на финиш. Подарочный сертификат от компании «О-Гриль». Ну, вы-то знаете, что это такое. Абсолютным победителем становится вездеход под названием из славного города Севера. Вездеход «Север». Вячеслав, выходите к нам. Второй год подряд подтверждает звание лучших из лучших. Но это показатель, друзья. Парни действительно борются за это. Они награждаются кубком, переходящим кубком. Елена, выноси кубок. Главный кубок соревнований. Держите, парни. Поднимай, тяжеленный. Этот символ изготовили самостоятельно Евгений Мазухин и его команда из компании «Литл». Пожалуйста. Кубок имеет несколько граней, нижние две гайки отгравированы. И каждый год будет наноситься, и кубок будет переходящим. Поэтому, Вячеслав, надо приехать точно на следующий год, чтобы его не отдать и подтверждать. Это как пояс, знаешь. Обязательно, да, его пока можно поставить. И также, друзья, от нашей спонсоров, компании «О-Гриль», полный комплект гриля также получает абсолютный чемпион. Это портативные грили, на которых можно готовить абсолютно все. Потрясающий подарок. Ну и, конечно, собственно, сам гриль выглядит вот так. Что делать, вы с ним знаете? Если что, ко мне подойдите, я расскажу вам. Скажите всем, где ваша палатка, и мы вечером будем все у вас.
Собираются люди из стали со всей необъятной страны. Такой радио мы не видали. Вездеходами люди больные. Когда свет мотоцикл прилетает, посмотреть и себя показать. Твои знания и опыт о камне вездеходчикам передать. То ставки липки люди, за заполом идет завал. С вездеходом спроса на метро, оно целое и штурмал. Сюда. Это гимн нашего фестиваля. Учите, покупайте на плейфаркетах и в iTunes. Глаз у нас идут по прямой. Итак, все, фото, приготовились. Раз, два, три. Кто отдаст себя без остатка? Еще раз. И сразу поймешь, кто чего стоит и чей длиннее кардан. Всем спасибо, аплодисменты, друзья. Скапки липки люты. Ребята, приятно быть автором этой песни. Ее люди слушают, ее люди поют. Это здорово. Болото уже сколько раз прозвучало? Мишка, это Мишка, отдай победителям, отдай. Нет. Миша. Отвлекай, Миша, брось! Отвлекай их! Забирай их! Отвлекай их, я побежал! Я тоже Михаил Юрьевич! Он теперь не отлипнет! Не отлипнет! Оно большое и тяжелое! Заставляли ругаться маном! Баба Дарья! Баба Дарья! Еще раз громче! Всем говорю привет! Особенно Герасиму! Герасиму, миру везде! Все, ребята! Вот теперь все, гештальт закрыт! Да! Удачи! Так. Маленький переднеприводный бензомопед. Кот! Так. Вот они их плодят. Какой уже по счету у вас? Ну, в команде третий это уже. В команде третий выигран. Да. Третий это гриль уже. С твоим промокодом. А, этот купили. Да. Так он с вами остался. Выиграли, да. Еще повыигрывал. Молодцы. Ну, довольны? Конечно, да. Удобно. Коврик мы не используем. Ну, коврик я тоже сейчас не использую. Мы доработали, жиклер дорабатывали, кстати? Нет, я сейчас подскажу. Я его мою на автомойке, химией нафигачу, только он у меня улетает в другой угол. Вот даже такие издевательства он выдерживает, да? А у кого-то вездеход у него опустили. А, вот так вот, да? Теперь мясо мало влезает. Мясо мало. Ребят, ну... Да, все чаще и чаще на каждой стоянке, в каждом лагере смотришь, встречаешь грили. Мы сейчас немножечко расскажем, как можно гриль доработать для того, чтобы его не мыть в автомойке, а он очищался сам. И вот так вот кот помещается в обычный багажник обычного автомобиля в одного человека. Там еще пол кота. В общем, мучили кота и не замучили, да? Так он живой, бодрый, здоровый, веселый.
А его невозможно замучить. Понятно, ломаться нечего. Ребят, вот мы идем мимо. Видим гриль красивого синего цвета. Ну, наверное, даже наверное, бирюзового какого-то, да? Ну вот, прошу, а можно мы вам зададим пару вопросов? А тут еще человек вот в такой футболке. Вы помните, это наши вот футболки самые, наверное, первые. Да, да, да. Ну, уже тут грех не задать вопросы. Сколько у вас вот этот гриль? Года 4, наверное, назад подарила мне супруга на день рождения. Года 4. Весь комплект, да. Со столом, с грилем. Посмотрел ваши видео, хотел его использовать на катере. Использую на катере. А, квадроцикле, для катера делали какое-то крепление или вот так вот? Нет, на столе. Спокойно на месте встал на якоре. Где-нибудь у нас он даже на катер. На Химкинском водохранилище. Риб 4.4 небольшой. А, 4, небольшой вот на столе прям. Да, он прям вот так встает, идеально. Даже в нем помещается. И он не греет, баллоны мягкие, все равно можно спокойно делать. То есть очень рад, очень доволен. Кстати, даже большой баллон мне не покупал, маленьким пользуюсь. То есть 4 примерно мяса, 4 этих можно за одну маленьком баллоне сделать. Вот такой вопрос. Ну, для себя что самое необычное? Вчера креветки. Сидишь прям вот и жаришь, и тут же ешь. Вот креветки прям люблю. Во дворе, в Москве прям выхожу, и детям сосиски просто делаю во дворе. Прям сидим. Вот, я не знаю, это банально может быть, но ну, никто так не делает. Ну, на самом деле, да. Можно хоть на балконе, хоть в парке. Да, да, и в гостинице мы ездили путешествовать года два назад. Завтрак с утра купили бургеры и прямо на балконе в гостинице сделали, чтобы, потому что завтрак не был включен. Альтернативы нет в этом плане. То есть автопутешествие? Да, 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 да. Ну, вообще доволен. Очень. Мы тоже довольны. Вот мы сколько их уже пользуем, наверное, лет. Ой, да уже, наверное, много. Нет, встречаем, когда интересуемся у владельцев их мнением о гриле. Правильно ли мы рекомендуем людям использовать эти вещи? Не, действительно они того стоят. Прям 100%. То есть очень подарок доволен. Зашел. Да, прям. Это предмет гордости у него. Прям номер один гриль. Ни одно мероприятие без гриля не обходится. Все, спасибо. Что поделились таким опытом. Это вот опыт людей, которые используют эти грили. Да. Достаточно активно. Смотрите, триумф, переломку задавил насмерть. Бывает же такое, а? Не холодно? Зато какая качественная электропроводка, вон, горит. Горит, а? Ее ничего погасить не может. Ой-ой-ой-ой, крик полетел. Оп! О, почти сам на колеса встал. Все в порядке, да? Да. Милиция с мигалками приехала. Сланец спасайте, тапочку! Что? Синька зло! Они были, да? Конечно! Как изолента? Конечно! А как они еще могли здесь? Как вот так? Изолента? Смотри, удочки, видишь, на рыбалку ехали, пьяные. А потом триумф на них, как даст сверху! Бряк и на бок, все! Парни-то молодые, посмотри, вообще вон один был это... Да? Да, опыта мало. Алкоголя много. Да? Да. Мешай. А все почему? Из-за популяризации употребления алкоголя на канале Алкаш ТВ. А? Вот. Бывает такое? Бывает. И вот пожинайте. Вон рыбалка рыбьим хвостом накрылась. Все. Что делать теперь? Ладно, все, пойдем, я уже налил. Я не пью и пьяниц не люблю. Вот, ребята, все, что удалось спасти. Владелец там еще где-то. Не хочет всплывать от стыда. От стыда всплывать не хочет. Говорит, не вылезу, пока камеры не выключите все. Так, дети, вы мне хоть расскажите, что здесь случилось? Перевернулся? Почему? Жопу затянула. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
Доброе утро, господа. Мы проснулись, даже уже умылись. Лежбище вон, нетронутое еще лежбище наше берложье. Вот такая обстановочка. Все в полуприцепном состоянии. Мы сейчас погрузимся, вернее, сначала поедим, потом соберемся и поедем до дому. Всем привет, мы его не ждали, вот оно случилось. Нас добрым утром готовит у нас завтрак наш главный повар-кондитер. Да, холодную и горячую цеху, всяких цехов. Сейчас буду воду варить, этому тоже, как оказалось, надо учиться. Но Михаилу этого доверять нельзя, а то он ее переварит. Ну, конечно, надо сначала пройти специальные курсы. Не очень, как минимум 2 года обучаться этому искусству. И только потом, аккуратно. Сколько мы ездим, столько Миша и не научится никак варить воду. Это вам не редуктора рассчитывать. Как будто редуктора рассчитывает он, а? Как скажет-то? Ну, молодец. Все, ребятки, последние штрихи. Наша палатка уже собрана. Ну, расскажите ваши впечатления. Что, все отлично? Отлично. Плюс 50% к тому году. И зрителей, и участников. Вот так вот. Да. В общем, все прошло ожидаемо или даже лучше. Ну, прошло, скажем так, хорошо. Хорошо. Могло быть еще. А вы скажите, вот зачем вам вот эта вот кепка, которая разыгрывают покрышки, которые вы производите? Мне? Да. Зачем вам такая кепка? Скажите, мне... она же здесь лучше смотрится. Нет, мне такая кепка на самом деле нужна. А, я понял, чтобы макушку не напекло. Нет. Мне вообще на самом деле, если честно, эта кепка нужна для того, чтобы тогда, когда закончится уже фестиваль, я мог ее подарить Герасиму Мир Вездеходу. Сказать, что колеса выиграл я. Ну, слушай, ну... Хорошо. Хуже, Олеж. Да. У нас на слушай, размерчик-то разный. У нас на наших планетах почти что одинаковая лесистость. Да. Это надо сохранять каким-то образом. Ну давайте не будем лукавить, да, отсутствие лесистости. Нет, все-таки некоторое присутствие там есть. Не нужно. А у него ведь. Слушай, а ты-то что прикрываешь? Возьмите шапку. У меня тут у меня тут не на... Чё, я тебе серьезно ведь подарил кепку-то? Ты что? На редком вездеходе проедешь. Думаешь, только на камеру, что ли? Оказывается, не только на камеру. Мишка счастлив. Мишка счастлив. Много ли Мишке надо для счастья, да? Да. Для счастья вообще много не надо. Ребят, ну, как бы приехать на фестиваль вездеходов и не попробовать хотя бы один вездеход. Дело в том, что мы сейчас делаем только длинные обзоры, тест-драйвы для себя, да, чтобы понимать машину, это минимум неделя, то, ну, при всем желании Андрей эту машину к нам не привезет никак, и у нас не будет возможности потом ее пощупать и потрогать. Поэтому мы быстренько в машину попробуем, проедемся, ничего не скажем, просто получим удовольствие. Сюда, руку туда, сюда, так, сяк. Ребят, очень приятно, что коробка не перевернута, включаются передачи по-человечьи. Не как раньше лесник любил делать. Не какой-то вам планар, Эбершпекер стоит. Да санкционный. Нет,
Пипаста. Пипаста, стык. Ой-ой-ой. Это один сухой, один мокрый. Помогите! Что сказать, кабина грузовика реально с хорошим спальником полуторным. А можно еще сверху полочку, так тут вообще можно нагрузить народ. Все, меня до завтра не контовать никак. Зимой эта ручка будет холодненькая. Надо что-то с этим делать. Ребят, очень мягко идет. Мягко, даже, наверное, несколько излишне мягко. Вот он ямку отработал и потом еще покачивается. Такой, как ощущение, что на фуре Рено едешь, где кабина отдельно от рамы живет своей жизнью. Вот примерно такое же ощущение. В моторное отсюда можно попасть. Да, да, да. То есть какой-то ремонт можно производить изнутри кабины. Не выходя на улицу. Еще сколько она везет? Полторы тонны. Полторы тонны на себе. Спрашивают, пойдем ли мы за руль. Конечно, пойдем. Сейчас мы подъебикаем. Ребят, ну, здесь все классическое. Газ, тормоз, сцепление. Главное не перепутать. Ой, как оно шевелится. Как непривычно, необычно. Со второй. Хочу отметить, вот четкость-то переключения. Раньше это все было как-то... По наитию, на удачу. Оп, попал, оп, не попал. Там была кулиса плюс-минус 10 сантиметров. Управление на самом деле. Вот одной рукой больше даже не хочется ничего хватать. Очень послушно, интуитивно послушно. Мне даже кажется, вот я думал, будет как-то иначе. Надо будет как-то привыкать. Нет, здесь понятен габарит, понятно, как, по какой траектории пойдет машина. Машина это делает послушно и, не знаю, на длинных переходах, скорее всего, будет хотеться спать. Потому что скорость все-таки не такая большая. Какая у него максималка? 45 километров. Это стандартно для вездехода. Но то, как она это делает, вот покачиваясь. А хотите фокус? Сейчас я его перееду. Если он не убежит от меня. Убежал. Ладно, не буду. Кстати, достаточно приятно тарахтить дизелек. Очень короткие хода у сцепления. Педаль газа приятно, прогнозируемо нажимается. Действительно такой послушный грузовик. Сейчас я вот еще в конце где-то развернусь, посмотрю, какие он радиусы берет. А так мне нравится. Хотел бы я проехать на нем куда-то далеко, наверное, да. Я думаю, мы какой-нибудь придумаем с производителем миссию, которую надо будет выполнить, и проедем ее где-нибудь в естественной среде обитания этого вездехода. Смотрите, ему даже взлетной полосы хватает для того, чтобы развернуться. Это ли не приятность? Я считаю, да, приятность. Но необычно много оборотов надо делать. Я уже в них даже запутался считать. Ну, реально прогнозируемое управление было. Ой, машинка попала под колесо. Ты в зеркала-то смотри, когда поворачиваешь. Мало ли кого не заметим. Они же... зачем? Они же маленькие, низенькие. Это им надо замечать нас. Смотрите, какие мы большие. Это мы нас так... не заметить очень трудно. Даже в таком фирменном графитном цвете лесника. Да, надо не забывать, что руль сам не возвращается. Заранее. Да. Выходить из поворота. Переломка, да. Пораньше. Глушится так. Все, ребята, приехали. Ну что ж, вот эти как раз звуки и будут достойным завершением нашей поездки на Вологодский вездеходный фестиваль. Ребят, не может не радовать то, что вездеходов становится больше, вездеходы становятся лучше. Мы, в свою очередь, для себя продолжаем выбирать вездеход. Для наших поездок, экспедиций, все, наверное, видели, знают их. И если у вас есть интересные предложения для того, чтобы мы посмотрели и ваш вездеход тоже, обращайтесь.
Напомню, что формат наших обзоров — это большие обзоры. Это машину как минимум придется оставить у нас на неделю, и мы будем ее смотреть, пробовать и далее рассказывать наше мнение так, как оно есть. Ну а дальше нас ждет дорога домой. Спасибо гостеприимной вологодской земле за это фееричное мероприятие. Все было хорошо, много хороших, позитивных людей, много людей нас узнавало. Спасибо за то, что вы нас помните. Вездеходов должно быть много, и они должны быть разными. Скажем, там у нас сидел человек с ножиком и заставлял говорить то, что мы говорили. На самом деле, сейчас все слушайте правду. Спасибо. Мама, высоко-то деле... как, страшно.